Кинешме водитель «Жигулей» сбил маленькую девочку. Аварию зафиксировал видеорегистратор автомобиля, ехавшего сзади. На съемке видно, перед пешеходным переходом один автомобиль притормаживает, а тот, что едет в соседнем ряду, нет. В итоге ребенок оказывается под колесами. Можно предположить, что девочка серьезно не пострадала, поскольку сама покинула проезжую часть. Кинешемский портал 168 часов сообщает, что заявление по поводу этой аварии в ГИБДД не поступало.